Приветствую, Антон. Меня зовут Саша, я студент, но по совместительству я тоже видеоблогер. Ну, конечно же, не в таких крупных масштабах. Видео мои заключаются в том, что я ночью катаюсь по городу, снимаю это на камеру и выкладываю на YouTube. Покатушки. Что-то я как шоумен. Так вот, как только я узнал о твоем проекте «Тачка на прокачку», ну, я не мог реально не упустить свой шанс и не испытать судьбу. Так вот, еще в скором времени я переезжаю в Питер, и как бы на обычной соковой тачке, думаю, мне там появляться не стоит, а уже надо переходить на что-то крутое. Это не обычный ТАЗ, это Лада Богдан, то есть украинская версия 2013 года выпуска. Свежая комплектация, тут полностью она считается люксовой. Мотор 1.6, 16 клапанный. Вот. Но я особо так погонять не мастер, да и нет такого желания. Я ездил спокойно на дальнее расстояние. Ну, можно сказать, это моя рабочая машина. Ну, думаю, по двигателю понять можно, что как бы она у меня на каждый день. Поставил я распорку стоек, ну, в надежде, что машина станет жестче. Тут у меня также стоит газовое оборудование, чтобы ездить было намного дешевле, вот, чтобы бензин у нас не кусался, потому что он каждый день дорожает. Вот. Ну и немножечко поколхозил я с акустикой, поставил подиумы большие, поставил усилитель, ну и, как всегда, сабвуфер. Вот, в общем-то, что нужно для счастья обычного пацана. Пойдем дальше. Фронт у меня стоит, две колонки диаметром по 16 сантиметров. Вот, стоят бюджетные версии, то есть я особо так сильно не вкладывался. Вот, но, в общем-то, фронт у меня хороший на усилителе. Давай, идем дальше. Задом я тоже, мне пришлось как бы немного поколхозить. Я изменил оптику, то есть, ну, хочется же как-то выделяться из общей толпы, из общей массы, иметь какое-то, я не знаю, преимущество перед другими десятками. Я поставил задние светодиодные фары фирмы ProSport. Ну, кто-то скажет колхоз, но мне пофигу. Это какое-то отличие от других. Перекрасил катафот в черный цвет. Ну, думаю, в общем-то, все, что я сделал задом своей машины. А передний бампер у меня стоял заводской, богдановский, то есть новый я не ставил. Конечно же, в планах было поставить какие-то навороченные низкие обвесы, но это, я не знаю, кажется как-то уж слишком спортивно, тем более тут 90 лошадей, и о каком спорте может идти речь. Самой модификацией машины я еще заинтересовался до того момента, как получил права, то есть мне было 17 лет, мне купили эту машину для того, чтобы я ездил куда-то, может быть, в другой город на учебу, ну, в общем-то, я ее так и использую. Я как-то лазил на всевозможных форумах, на каналах, то есть я был и у Власа Прудова, и у Жорика Ревазова. Вот у всех, грубо говоря, кто тюнингует тазы, у всех я пытался что-то найти, что-то повторить, но до этого не доходили руки, да и возможностей финансовых не было как-то заняться всерьез этой машиной. Надеюсь я на тебя, Антон, что ты сделаешь правильный выбор, потому что, как ты говоришь, тазы есть у всех, то есть эти машины просто заполонили наши дороги, и думаю, многим будет интересно посмотреть на эту вроде бы недорогую, но топовую машину. В общем-то, что я хочу получить от твоего проекта, Антон? Максимально комфортную машину, на которой можно будет ездить на далекие расстояния, вот, ну и при этом как бы чувствовать себя, я не знаю, богачом на 1 000 000 рублей, как ты говоришь. Ну вот, в общем-то, и все. Детка, ты словно Ламборгини, скажу.